Ну же, пап. Я серьезно. Лицо твоей мамы было фиолетовым. Она забыла, что накрасилась косметикой Элфи. И никто из родительского комитета не осмелился ей сказать. Детектив! Спасибо, спасибо. Люцифер. Люцифер! Что? Люцифер, что ты здесь делаешь? Пришел забрать тебя. Еще не время. Ты должна вернуться. А, точно. Там была битва, и... Да. И я оставила Трикси. Да. И своих друзей. Да. И тебя. Да. Но мой папа здесь, и я... Не могу потерять его снова. Ничего. Я никуда не денусь. Похоже, там кому-то нужна твоя помощь, детектив Деккер. Спасибо, папа. Так, эй, как нам вернуться? Я уверен насчет нас обоих. Я боюсь, на нас двоих здесь заряда не хватит. Что? Нет, я не уйду без тебя. О чем ты говоришь? Ты должна... Ты должна. Мир нуждается в тебе, Хлоя Деккер. Нет, ты не обязан это делать. Знаю. Знаю, я не должен. Это мой выбор. Что? Я выбрал тебя, Хлоя. Ведь я... Я выбрал тебя, Эти.